стоимость проезда в общественном транспорте Сыктывкара снова вырастет. Проект приказа МинЖКХ сейчас размещен на республиканском портале нормативных актов для общественного обсуждения. Документ предусматривает изменение цены на 3 рубля. В течение прошлого года, напомним, действовал тариф 24 рубля, а с 1 мая 2018 впервые в истории местных перевозок снизился до 20. Произошло это, как поясняется, потому что повышенная сумма была инвестиционной, фактически за счет нее и произошло обновление автопарка. Грядущее подорожание мэр столицы сегодня поддержал, назвав справедливым. Мы все знаем только за эту весну, сколько раз у нас поднялось топливо, сколько раз, так сказать, у нас были эти витки инфляции, роста цен на все услуги, и на запчасти, и значит, через МРОТ у нас, так сказать, выросли затраты и так далее. Поэтому я думаю, что с 2004 года тариф, который не пересматривался, значит, пересмотреть его, значит, справедливо и объективно. Потому что в любом случае, значит, автотранспортные перевозки – это бизнес. Бизнес должен, значит, как минимум не нести убытка. При этом Валерий Козлов сделал акцент, что само ТП изначально вышло с обоснованием повысить тарифы вовсе до 26 рублей. Поэтому, цитата, время пришло. Ведь это не 26 рублей, как хочет перевозчик, и не 24, как было до 1 мая.